На минувших выходных команда клуба «Химки» одержала абсолютную победу над командой футбольного клуба «Мордовия». Со счетом 4-0 химчане разгромили соперников. Матч прошел на стадионе арены «Химки» в рамках 17-го тура первенства ФНЛ. Голы на свой счет записали полузащитники Аршак Карян и Илья Кухарчук, а нападающий Камран Алиев отличился дублем. На сегодняшний день «Химки» набрали 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице футбольной национальной лиги. Мордовия на 19-м месте. Позицию лидера соревнований на данный момент удерживает московская команда «Торпедо».